Добрый день! Представляю вам часы от легендарного дома Cartier. 1904 год. Луи Картье исполняет желание знаменитого бразильского авиатора Альберто Сантоса Дюмона иметь возможность определять время за штурвалом. Именно так были созданы одни из первых наручных часов, увековечившие дружбу двух легендарных первопроходцев. Циферблат с закругленными углами, плавные изгибы крепления ремешка и декоративные винты. Эти культовые часы в дальнейшем перерождались в многочисленных интерпретациях. Часы Santos, модель среднего размера, механизм с автоматическим подзаводом. Корпус из стали, безель из желтого золота 18 карат. Семигранная заводная головка с граненной синтетической шпинелью. Посеребренный опаловый циферблат. Стрелки в форме мечей из вороненой стали. Сапфировое стекло. Браслет из стали. Очень интересен. Система подгонки браслета SmartLink. К модели идет дополнительный ремешок из телячьей кожи. Двойная регулируемая раскладывающаяся застежка из стали. Оба браслета снабжены системой смены браслетов Quick Switch. Очень быстрая и легкая смена браслетов. Метр корпуса 35 мм. Водозащита этой модели 100 метров. Очень красивая, элегантная и современная модель, сохранившая самые главные элементы от первой модели, созданной для Сантоса Дюмона. Эту и другие модели от Cartier вы можете приобрести в нашем салоне по адресу город Иркутск, улица Богдана Хмельницкого, 1Б, или на сайте golden-time.ru. Спасибо!